Здравствуйте, друзья, товарищи, спонсоры. Я предоставлю вам видео с обрядом, который мне не хочется выкладывать в открытый доступ, потому что он там не всем нужен. А вы его сможете оценить. Это обряд чистка, который вы сможете снять со своего мужчины, со своей женщины, любое любовное воздействие. Он мега действенный. Это, наверное, лучшее, что я знаю. Вам нужны 3 свечи. Всего лишь навсего 3 свечи. Они могут быть церковные, могут быть не церковные. Они должны быть восковые, потому что просто восковые свечи проще скрутить между собой. Чтобы у вас лучше свечи скручивались, просто подержите их в руках. И тогда они легко скрутятся. Как скручивать? Щепотью берете все фитили вместе и начинаете вращать, они скрутятся в винт. Вот вам нужно это сделать под заговор. Пока вы их крутите, вы читаете раз за разом. 3 свечи, 3 силы, 3 мощи, 3 огня, 3 власти, 3 помощи, 3 начала, 3 конца, 3 немощи, 33 словца и 3 демона. Воедино всех вас соединяю, венец делу своему сотворяю. Вам понадобится, если у вас есть, возьмите фотографию этого человека. Нет фотографии человека, напишите его имя. Подложить под подсвечник можно. Есть вещь, возьмите вещь. Ничего нет, ничего страшного. Просто устанавливайте на подсвечник вот эти 3 свечи. Зажигайте их. Открывайте форточку или окно, потому что оно может очень-очень чадить. И начинайте читать на это дело заговор. Сейчас я вам его прочту. Заговорный огонь тела воскового, спали любовный огонь с тела живого, спади с имя человека приворот и присуха, и всякая поруха. Напускная и начетная, съестная и причетная, заговорная и заклятная, крепленная и треклятная, намоленная и отмоленная, криком и шепотом сказанная. Словом и делом творимое, кровью еле мазанное, ветром и дымом несомое, кладбищем, церковью ведомое, порогами и дорогами пущенное, на след и на вздох напущенное. И вся, какая есть, и в тело имя человека впущенное, выйдите, демоны тоски и влечения, отступите с дьявола сердечного порабощения, изыди, змей-искуситель, отринься, любовный губитель». О, тройственная сила, сокруши всякое колдовство с человека, имя его. Освободи его и разбей тех, кто заклял милого моего, кто отнял у меня его. Или колдовством, или ведьмовством, или ведовством и знахарством, или тайным словом и делом. Тройственная сила, славься, венец дела моего ставься. А милый мой человек, имя его, освободись и ко мне вернись. С сего мига и во веки веков, да будет так. Венец таков. В общем, вы можете прочесть 3 раза и оставить свечи догорать. А можно, если есть запал, а свечи не очень большие, скажем, берите лучше такие, знаете, самые коротенькие, 40-минутные, а сгорят они быстро, быстрее, чем за 40 минут эта штука сгорит. Тогда можно читать до самого конца, сколько горит. Будет чат разный, может быть. Очень следите, чтобы у вас свечи эти не потухли. Это нельзя. Если вдруг что-то даже увидите, прям, ну, спички наготове, как бы запаливайте сразу снова, но старайтесь, чтобы это все не потухло. Это очень хороший обряд. Это, может быть, лучший обряд. И даже если вы не знаете, есть колдовство или нет, я советую вам сделать, потому что, в общем-то, даже если ничего и нету такого наведенного, он как-то прочищает мозги. Ну, 3 раза надо сделать точно, может быть, больше. Может быть, стоит повторять это несколько месяцев подряд. Ну, то есть 3 раза сделали, там, на следующий месяц еще. Ну, луна, конечно, лучше убыльная, но, в принципе, если торопитесь, можно и на рост действует это быстро. Не пугайтесь, может стрелять, пламя может менять цвет, может вонять всякими ужасными вещами, может вонять противными. Свеча, посмотрите, с какой скоростью будет гореть. Она может загореть просто неожиданно быстро, скажем. Ну, чем больше каких-то эффектов, тем больше вероятности, что колдовство было. Но если даже нет, повторяю, советую сделать.
Очень советую, да. Ну, еще раз говорю, только для вас, друзья. В открытый доступ я это не выложу. Пользуйтесь, особо не распространяйте никому. Это для вас. Чистите своих любимых. Это вот мой такой рабочий обряд. Он как-то незаслуженно. Ну, все путаются, как его делать, но вот его делать надо вот так вот. Не надо никаких там глупостей. Вот в таком ровном виде. Никаких не надо откупов, если вы веры христианской. В общем-то, очень не лишне всегда. Это можно онлайн сделать в Требе онлайн или Елице, форум, портал Елице, точнее, онлайн заказать ему в трех церквах 40 уст о здравии и себе, и себе. Вот. Это вообще, кстати, хорошая защита и к любой чистке подспорье. Еще одна маленькая тайна, которую я с вами делюсь. Да, ну а сказать, что это обряд только для христиан, нет, это не так. Это можно делать при любом вероисповедании. Не беспокойтесь, просто делайте. Это очень-очень рабочий обряд.